ЧП в Караганде. Там провалился асфальт. Аварийный канализационный коллектор образовал дыру глубиной в 3 метра и столько же в ширину. Эта огромная часть асфальта обвалилась около полуночи. К счастью, движение в это время было не такое активное, как днем. Но нашлись шокированные пешеходы, и они поделились пугающими кадрами в социальных сетях. Тогда же на место выехали специалисты коммунальной компании и полицейские, которые оцепили опасную территорию. Когда воды канализационного коллектора начали размывать землю, неизвестно. По словам рабочих, сетям 60 лет, и они уже давно изношены. Сразу же на место выехала бригада ТО «Каргандесу», которая установила ограждающие знаки, и всю ночь проводили там дежурство. Сегодня, с самого раннего утра, бригада ТО «Каргандесу» выполняет аварийные работы по ликвидации возникшего дефекта трубопровода с последующим восстановлением участка асфальта.